Долгий путь к этому матчу проделали команды, и сегодня самый важный матч турнира – это финал. Мы ждем свистка к началу остросюжетной дуэли «Милан» против мадридского «Реала». Я думаю, сегодня каждый из тех, кто выйдет на поле, понимает, что все усилия, вся огромная работа, которую они проделали, чтобы сюда попасть, того стоили. Это финал Лиги чемпионов УЕФА и главный матч, который определит лучшую клубную команду этого сезона. Сегодня Милан встречается с мадридским Реалом. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированы, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Ну что ж, давайте наслаждаться игрой. Уверен, нас сегодня ждет футбол высшего качества. Иначе и быть не может. В финале оказались достойнейшие и, наверное, самые зрелищные команды турнира. Команда играет сегодня вот в таком составе. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. И смотрим на состав мадридского Реала. Фланговые игроки входят в группу атаки. Не каждая оборона способна выстоять под таким натиском. Последний главный матч сезона Лиги чемпионов начался. Мы все долго ждали этого, и я уверен, ожидание того стоило. Реал снова с мячом. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мбаппе. Пас на ход партнеру. Пас на ход, может быть интересно. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Реал Мадрид! Это гол! Как он пробил! Какой потрясающий мяч! Открывает счет Реал в финале Лиги чемпионов. Есть удар гей. Это старое футбольное правило, еще никто не отменял. Здесь футболист попал в створ и не прогадал. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Мадридский Реал повел в счете, и тренер буквально расцвел на глазах. Реал вышел вперед, игра возобновляется. Сэмюэль Юмтити. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Хорошо увидел партнера впереди. Опасно! Штанга! Варан. Бен Чилвелл.
на Бенфике. Очередной финал для Реала. Команда держит марку. Для них сегодня непростое испытание, но едва ли могло быть по-другому. Ну и, разумеется, они к этому готовы. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Бернардо Сильва. Реал на половине соперника. Не получился навес, мяч выбит первым же игроком соперника. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Бернардо Сильва. Мемфис Депай. Не точно. Это штрафной. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Приличный доворот, но он все же попробует пробить отсюда. Асенсио. Решил пробить с приличного расстояния и едва не попал. Да, удар получился плотный, но там вратарь был к этому удару готов. Уильямс. Опасно! Пробил мимо, однако нервы соперникам пощекотал. Они чувствуют, что ответный гол где-то рядом и ищут возможности, чтобы забить и сравнять счет. Миско. Набиль Фекир. И разрезающий пас на ход. Бернардо. Мог сейчас отличиться игрок, но голкипер здорово сыграл. Да, и не позволил нападающему оформить дубль. Этот эпизод полностью за вратарем. Мбаппе. Есть поддержка здесь. Асенсио. Асенсио! Уильямс. Эмболо. Рубен Невеш, Фабиан. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Удар по воротам. Очень высоко, очень неточно. Казимир. Набиль Фекир. Иско. Хороший пас на ход. Какой сейв в исполнении Тибо Куртуа. Мяч ушел на угловой. И прямо в центр штрафной. Ацанодой. И это гол! Ну вот и удалось им сравнять счет в финале. Смотрим дальше. Как по нотам. Еще раз смотрим гол, забитый с углового. Все очень здорово разыграли. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Снова равенство на табло 1-1. Марко Асенсио. Набиль Фекир. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Фабиан. Рубен Невеш.
уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Фабиан. Уильямс. Есть хороший адрес для передач. Мяч будет введен из-за боковой. Фабиан. Рубен Невеш. Арбитр фиксирует нарушение со стороны Реала. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Нет, это не борьба и не хоккей. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Да, вот здесь и не успел игрок обороняющейся команды за соперником, поэтому пришлось фалить. Довольно далеко до ворот, но он все-таки решается на дальнюю. Есть удар! Мбаппе. Мемфис Депай. Мяч у соперника. Фабиан. Уильямс. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Гол! Реал забивает! И теперь они ведут в счете. Эмбатийский мяч забивает команда из Мадрида. Не слабо так. Стиснул мяч в самый верхний угол. Мог ли здесь что-то сделать голкипер? Ну, разве что разрести руками. Такие, откровенно говоря, не берутся. Нападение сегодня играет просто восхитительно. Мадридский Реал повел в счете, и тренер буквально расцвел на глазах. Реал вышел вперед, игра возобновляется. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Отличная передача здесь. Эта атака упирается в защитник. Удалось нам увидеть голы уже в первом тайме финала Лиги Чемпионов, что не может не радовать. Ну и все идет к тому, что команда, которая ведет в счете, скорее всего, этот матч доведет до победы. Но не так все однозначно. Соперник так просто сдаваться не собирается. Пас на ход партнеру. Пас на ход, может быть интересно. Отлично задумано, отлично исполнено. Продолжается финал Лиги Чемпионов. Начали команды второй тайм. Мбаппе. Иско. Фекир! Гол! Еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Мне казалось, он вообще с этой ноги пикает. Доказал обратное. Восхитительный гол. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Уже 4 гола в этой встрече забиты, 3-1 счет. Самюэль Юмтити. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Он проводит прекрасный матч, нужно это отметить. Ну, если он не лучший игрок матча, то точно один из. Пока что он действует образцово-показательно. Смотрите, сколько он нанес ударов по воротам. Как только появляется возможность, сразу бьет. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Фабиан.
Ян. Уильямс. Рубен Невеш. Уильямс. Есть поддержка от атаки. Можно что-то придумать тут. Мяч уходит на угловой. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Итак, еще одно стандартное положение. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Куртуа сыграл надежно, уберег свои ворота от гола. Впрочем, вратарь такого класса не имеет права ошибаться при таких моментах. Мемфис Депай. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ну, если в таком духе продолжится, то до конца это... Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Штрафной подачи, и есть там кому сыграть. И покидает мяч штрафной. Восхитительный удар головой. Гол! Вот так был забит этот гол после удара головой. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. И повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Мяча-то он коснулся, но все равно тот влетел в сетку ворот. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Счет 3-2. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Иско. Мбаппе. Мемфис Депай. Мбаппе. Мбаппе. А вот и пробил. А с такой защитой мяч до вратаря может и не дойти. Рубен Невеш. Ван атакует через фланг. Никто там их не встречает. Навес не получился. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Мемфис Депай. Мбаппе. Владеет мячом команда и выбирает момент. Удар! Они выигрывают и будут подавать угловой. Самое скопление игроков. Марко Асенсио спасает в этом эпизоде команду голкипер. И может как-то поменять теперь его игра? Думаю, очень скоро мы это узнаем. С своей куражной игрой он действительно разозлил атаку. Вот так пас, Эриксен. Великолепная передача. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Эмболо. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Реал отобрал мяч у соперника. Мбаппе. Он накручивает соперников одного за другим. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника. Очень активно сейчас отправляют в атаку своих игроков болельщики. Семель и Юмтити. Рубен Невеш. Фабиан. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Рафаэль Варан. 9 минут играть в основном времени этого матча. Мемфис Депай.
как он работает с мячом, всех обыграл. Есть, в штрафной адресата и навес нужен. Отличный вынос. Эмполо. Бернардо Сильва. Бен Чилвелл. Марко Асенсио. Мемфис Депай. Асенсио. Штрафной подачи. Есть там кого сыграть. Отлично он играет сейчас. Подавай. Иско. Вратарь намертво забирает мяч. Судья решил добавить 3 минуты. Мастерски сыграно. А дальше что? Ладно, такой через фланг. Никто там их не встречает. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Удар? Точно. Он уже как будто видел мяч в сетке. Может быть, поэтому и не забил. Мячу, казалось, просто некуда было уже деться. Но в воротах он каким-то непостижимым образом не оказался. Просто не хотел туда лезть и все. Тех, кто сегодня стал лучшей командой Лиги Чемпионов. Величайший день для каждого игрока этой команды и для всего клуба. Это рубеж, который покорился им сегодня, станет одним из важнейших моментов в их футбольной жизни. Ну что, пора на подиум получить заслуженную награду. Этот кубок нужно гордо поднять над головой. Конечно, куда без этого? Благодарят болельщиков за поддержку. Без них этот триумф команды в Лиге Чемпионов был бы невозможен. Разумеется, болельщики тоже помогли команде одержать эту победу. Они верили в команду, они поддерживали ее. Они аплодировали игрокам после побед. Теперь игроки отвечают тем же. Аплодируют болельщикам. Ну, куда без этого? Конечно, это традиция, команда фотографируется. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции. Пас на ход партнером. Пас на ход, может быть, интересно. Отлично задумано, отлично исполнено. 5.